Глеб, спасибо за ожидание. Можешь начинать. Глеб, микрофон не включен. Да, извиняюсь. Тема сегодняшней лекции – деньги как всеобщий эквивалент и продукт виртуального финансового капитала. На некоторых вопросах я остановлюсь чуть подробнее в силу моей специализации. Потом, если что-то, может быть, останется не до конца раскрытым, можно будет продолжить на следующей лекции с Александром Владимировичем. И сейчас я запускаю презентацию. Ну и скажу еще пару слов о себе. Изначально я обучался экономической теории на экономическом факультете МГУ. Тогда я еще не знал Александра Владимировича Бузгалина. И в целом у меня были довольно аполитичные взгляды. Потом они сдвинулись в сторону такого умеренного либерализма. Но потом со временем, когда стало понятно, что современная мейнстримная теория может отвечать далеко не на все вопросы, как-то так, само собой, можно сказать, эволюционно, я пришел к политической экономии, потом познакомился с Александром Владимировичем Бузгалиным, далее под его руководством защитил кандидатскую диссертацию по теме взаимосвязи технологических укладов и школы экономической теории. И дальше продолжаю свою работу, как видите на слайде, в Институте экономики РАН, а также на философском факультете в Центре современных марксистских исследований. Вообще в центре моего внимания взаимосвязь развития технологий и изменения экономических отношений, производственных отношений. Также я следую закономерности развития в истории экономической мысли, и поэтому сегодняшняя лекция будет немного, ну, так скажем, скорректирована от классических рамок учебника в сторону большего исторического экскурса. То есть я постараюсь показать также не только понимание феномена денег в капитале Маркса, но и в ряде других научных школ. Вначале мы рассмотрим кратко домарксистские теории денег, потом перейдем непосредственно к положениям классического марксизма, которые были представлены в первом томе «Капитала». И, наконец, немного затронем вопросы трансформации роли денег, то, чем деньги являются сейчас, и посмотрим на это, опять же, в историческом контексте. Итак, если говорить о развитии истории мысли касательно проблемы денег, что называется, с самого начала, то первым, можно сказать, серьезным таким направлением, в рамках которого уделялось внимание этой проблеме, стала философия и экономическая мысль древнего мира, в частности, Древней Греции. И как Аристотель, так и Платон, виднейшие представители этого направления, исследовали деньги все же как довольно второстепенный предмет своих исследований, и это вполне объяснимо, потому что в условиях античное общество, когда, безусловно, торговля в Древней Греции занимала очень важное место, но, тем не менее, было еще далеко до полноценного развития рыночных отношений, и, соответственно, вопрос денег в этих условиях не был центральным. И к деньгам относились как к искусственной вещи, к договорной, как вот на цитате написано у Аристотеля было выражение «деньги – вещи вполне условные», то есть глубоко не рассматривалась природа денег, феномен денег. Отмечалось, что это явление, созданное человеком, то есть оно не выросло каким-то эволюционным путем, довольно искусственное формирование. И в этой связи выделялись три главные функции денег. Это средство измерения, средство обращения и средство накопления. Как мы потом увидим в марксизме, дальше функции денег приобрели еще два параметра.
В Древней Греции также важным исследовательским сюжетом было выделение экономики и хрематистики. Экономика считалась нечто естественным, присущим и нормальному развитию человеческого общества, и экономика как такая еще не оформившаяся дисциплина и как примеры хозяйственной практики, под экономикой подразумевалось ведение хозяйства для удовлетворения весьма ограниченных потребностей. И это, опять же, неудивительно, потому что в то время еще не был развит как таковой рынок, не было понятия приумножения капитала, и, соответственно, потребности в этой связи были довольно ограниченными, а тот узкий круг людей, который жил торговлей, купцы, к ним было отношение, ну, не то чтобы снисходительное, но, скажем так, они не были главной силой, и поэтому, естественно, основной акцент был на развитии экономики как такой более узкой сферы, направленной на удовлетворение первичных потребностей. В то время как хрематистика выделялась как стремление к самим деньгам, то есть деньги ради денег, и в древнегреческом обществе к этому было довольно скептическое отношение. И вот на слайде показан такая литературная вырезка из Феогнида, где, вот, как вы можете видеть, прямо порицалось стремление бесконечно обогащаться и, опять же, копить деньги ради денег. Еще одним исследователем, который обращался к данной теме задолго до формирования классической политической экономии, но, тем не менее, более близкие нам времена, в XIV веке, был арабский ученый, ну, еще тогда не ученый, скорее мыслитель Ибн Хальдун. Вообще, надо сказать, что в целом в истории мысли он опередил довольно много своих будущих последователей, то есть первые идеи, которые мы связываем, например, со Смитом и с Рикардо, на самом деле были высказаны еще в то время, например, положение разделения труда, были своего рода такие пробросы к теме сравнительных преимуществ во внешней торговле и так далее. Что касается денег, то Ибн Хальдун придавал им значение тоже такое не самое основное, но в отличие от древних греков он обозначал, что это не некая условная вещь, а наоборот, золото и серебро по своей природе являются деньгами, и при этом они также выполняют эти же функции, то есть средства измерения, средства платежа и средства накопления. В Европе в период Средневековья сформировалась так называемая номиналистическая теория денег, то есть согласно этому подходу стоимость денег определяется указанным на его носителе номиналом. То есть деньги не воспринимались как товар, это не считалось товаром таким же, как и другие товары, то есть потребительной стоимостью и стоимостью, ну, тем более тогда таких категорий не было, но, тем не менее, деньги выделялись все-таки как особенный продукт, но его ценность целиком и полностью зависела от того, то есть что написано на его носителе, то есть как государство решит, так та или иная, например, монета и будет стоить. В дальнейшем мы увидим, что эта теория имеет довольно ограниченный подход, потому что в конечном счете соотношение денежной и товарной массы не может быть каким угодно, и, соответственно, идея, согласно которой реально деньги имеют стоимость, которую ей принесли свыше, она все-таки впоследствии показала свою уязвимость. В дальнейшем, по мере развития первоначального накопления капитала, по мере великих географических открытий, то есть открытия новых рынков, которые привели к притоку драгоценных металлов,
появилась, говоря современным языком, первая инфляция, гиперинфляция. И чтобы исследовать этот феномен, соответственно, нужно было более глубоко окунуться в природу денег. И меркантилисты, как и ранее говорил Ибн Хальдун, по сути, считали золото и серебро, благородные металлы, своими деньгами по своей природе, и сформировалась тем самым металлическая теория денег. И, соответственно, если деньги – золото и серебро, то любые субституты, как порча монет, однозначно порицалось. В частности, был известен такой закон Грэшема, согласно которому, если государство предпринимает порчу монеты, то есть мешает с металлом какие-то более дешевые металлы, то в конечном счете это приведет к тому, что люди будут избавляться как можно скорее от этих монет, а настоящие золотые серебряные монеты, наоборот, копить. В то время как в эпоху меркантилизма важной целью в целом и на уровне государства, и на уровне отдельных домохозяйств было именно привлечение денег, их накопление, в том числе на уровне государства однозначно поддерживалось поддержание активной промышленной политики с протекционистскими мерами с той целью, чтобы как можно больше благородных металлов было привезено в страну. Но это, опять же, исторически абсолютно логично, потому что на этапе перехода от феодализма к некоторым началам, ну, еще не совсем сформировавшимся, некоторым началам капитализма, естественно, первой задачей при первоначальном накоплении капитала это было освоение рынков и, собственно, привлечение богатства. И деньги в этой связи выступали как активный фактор экономики, и, в частности, акцент делался на сфере, в экономической политике на сфере обращения, скорее, а не на сфере производства. И в рекомендациях политики меркантилистов предполагалось, как я уже сказал, максимальный ориентир на то, чтобы завести драгоценный металл в страну. Но в то же время, поскольку в конечном счете произошла революция цен в связи с завозом драгоценных металлов из Америки, стало ясно, что все-таки какой-то баланс должен быть. То есть монеты не должно быть слишком много, потому что это поднимает цены, а это, в свою очередь, повышает издержки. И именно в то время впервые были сформулированы еще не в окончательном, не оформившемся виде постулаты количественной теории денег. Ее основная суть в том, что ценность денег определяется их количественным соотношением относительно товарной массы. Ну, более подробно мы к этому придем чуть позже. Пока перейдем к началам классической политической экономии. И в целом, когда начало формироваться это направление, оно было ознаменовано кардинальным переходом от приоритета исследования сферы обращения к сфере производства. И деньги здесь выступали просто как смазочный механизм. Как говорил, указано здесь на слайде Юм, деньги – это просто смазочный механизм, они нейтральны, то есть, по сути, их количественное значение, их движение принципиальной роли не играет, потому что они всего лишь сопровождающий материал для движения товара. Соответственно, деньги нужно не накапливать, а наоборот пускать в оборот, чтобы как вот этот смазочный материал способствовал интенсификации торговли, и за счет этого, соответственно, нация богатеет. То есть дело было не в том, чтобы копить золото как самоцель, а просто использовать деньги как средство движения товаров. И тем самым выделялось, что деньги – это прежде всего, и главная функция денег – это прежде всего средство обращения. Уже если переходить к классикам политэкономии, самым известным ее представителям среди англичан, важно отметить важные нововведения. И хотя, как я уже сказал, приоритет отдавался исследованию сферы производства, внутренней экономики национальной,
выделялись самые основные категории экономики. И в этой связи нельзя сказать, что тема денег была центральной, но тем не менее формировалась комплексная экономическая наука, то есть наука со всеми критериями научности, которые свойственны вообще любой науке сейчас. То есть системность, четкая структура, переход от одной темы к другой, абстрактное исследование, то есть не просто сбор эмпирического материала, а построение абстракции. И в этих условиях, естественно, тема денег заняла хоть не главную, но свою важную нишу. И применительно к теории Адама Смита очень важно подчеркнуть, что он первый сформулировал такое положение, что деньги – это тоже товар. Такой же товар, как и другие, ну, со своими особенностями, но в своей основе это товар наряду с другими товарами. И это не нечто искусственно придуманное. То есть деньги появились в ходе исторического процесса закономерным путем, выделившись из товарной массы. Но также, как и среди прошлых представителей политэкономии, фиксировалось, что главная функция денег – это средство обращения. А раз главное средство обращения, то есть мимолетный акт перехода от одного владельца к другому, то есть, опять же, функция такой некоторой смазки движения товаров, то логично формулировалась мысль о целесообразности замены металлических денег банкнотами. У Давида Рикардо был близкий, но все-таки несколько иной подход. Он более четко сформулировал в целом трудовую теорию стоимости, то есть довел ее как бы до завершения. То есть Смит использовал трудовую теорию стоимости относительно более древних обществ, где еще не были развиты средства производства, то есть где, там, скажем, работник с топором что-то производил, и в этих условиях Смит использовал трудовую теорию стоимости. Однако потом он перешел к теории издержек, согласно которой на цену формируют издержки на ренту, издержки на зарплату и определенный уровень прибыли. Рикардо же более последовательно проводил трудовую теорию стоимости, то есть единственным источником стоимости он выделял именно труд, и в этой связи деньгам тоже придавалась такая трудовая подоплека, то есть деньги – это такой же товар, и целиком его стоимость определяется, как и другими товарами, спросом и предложением, за которыми стоят общественные издержки на производство этого товара. И также я дополню, что если на прошлой лекции, я так понимаю, трудовая теория стоимости уже была, и там говорилось, что стоимость определяется общественно необходимыми средними затратами труда, то у Рикардо речь шла о максимальных затратах труда. То есть, это такой дополнительный комментарий, чтобы, раз мы затронули тему, все-таки выделить некоторые различия в трудовой теории стоимости у Рикардо. И также деньгам придавалась только функция, только средства обращения, как бы на другие аспекты внимание не концентрировалось. И также вот такой пункт, что хотя количественная теория денег у Рикардо активно не использовалась, но он, можно сказать, предчувствовал, что фактически излишек или недостаток денег может меняться через внешнюю торговлю, то есть если происходит какой-то излишек, то его можно всегда как бы вывести за границу, и тем самым настанет определенный баланс внутри национальной экономики. И на этом слайде я привел известный отрывок из стихотворения Пушкина «Евгений Онегин». Его, я бы сказал, политэкономическая суть в том, что в нем зафиксировано, что в классической политической экономии произошел переход от, как я сказал, внимания к сфере обращения и основной цели максимизации притока драгоценных металлов,
предмет исследования пришел к сфере производства и констатировал, что богатство – это вовсе не металлы сами по себе драгоценные, а товары, которые эти деньги обслуживают. Ну, собственно, это фиксируется в строках «не нужно золото ему, когда простой продукт имеет». То есть такое краткое стихотворение, которое резюмирует основной предметный переход от меркантилизма к классической политической экономии. И также я хотел бы отметить отдельно стоящее направление, такой ненаучный социализм, его можно назвать, который также был развит в Англии в середине XIX века, который впоследствии Марксом активно критиковался. Согласно нему, в частности, Оуэн считал, что деньги – это искусственный продукт, своего рода, как здесь написано, ухищрение для достижения максимума зла и минимума добра. То есть не придавалось деньгам какая-то объективно необходимая основа, скорее это было как некая задумка сговор богатых, которые и деньги этим самым являлись инструментом ограбления рабочих. И это в конечном счете его привело к такой мысли, что деньги на самом деле вот такой инструмент обмана, и вовсе это не объективная мера стоимости и средства обращения, и в идеале от денег нужно избавиться. И он даже проводил такие эксперименты, согласно которому на так называемый базар справедливого обмена люди приносили товары, некая экспертная комиссия каким-то образом должна была вычислять трудозатраты в чистом виде на этот товар, и, соответственно, ты мог обменять свой товар на точно такой же, ну, точно такой же в смысле количества вложенного труда, который вот эта экспертная комиссия каким-то образом считала. Но эта идея не привела ни к чему хорошему. Этот рынок справедливого обмена разорился. И это вполне естественно в том плане, что, как сказать, рыночные сделки Оуэн стремился оценить нерыночным путем, и в итоге это привело к краху. Ну, наконец, переходим к марксистской теории денег. Она вырастает из формы стоимости товара. Я так понимаю, на прошлой лекции уже тема товара была пройдена, но как раз остановились на форме стоимости. Итак, то есть мы можем сказать, что когда товар произведен, в нем заложен какой-то труд, но пока он не продан на рынке, мы не узнаем его подлинную ценность. И вообще товар должен доказать свою полезность, и только тогда в нем отразится тот самый затраченный труд, в который был вложен при производстве этого товара. И каким же образом это осуществляется? Стоимость товара А обнаруживает себя в потребительной стоимости товара Б. И, соответственно, появляется формула X товара А равно Y товара Б. И товар А, как исходный товар, он в данном случае представлен в относительной форме стоимости, а товар Б в эквивалентной. И здесь нужно сказать, что если говорить в диалектических терминах, то стоимость выступает как нечто, которое может себя проявить только в ином. То есть стоимость товара, пока, когда он произведен, она неизвестна, ее можно даже вообще сказать не существует, но она себя проявляет в тот момент, когда происходит обмен, и стоимость товара А отражается в потребительной стоимости товара Б. Естественно, в ходе роста торговли количество различных эквивалентов стихийным образом увеличивалось, и в конечном счете, как логически, так и на практике, стоимость товара А могла быть также представлена и в потребительной стоимости множества других товаров, в частности, там, товара Б, товара С и так далее. И в этом случае мы можем говорить о развернутой форме стоимости. То есть когда стоимость одного товара представлена в количестве потребительных стоимостей других товаров. Но мы можем не ограничиваться
каким-то определенным числом и в целом представить стоимость товара в потребительных стоимостях вообще любого товара, то есть бесконечного количества товаров. И в данном случае, когда мы говорим о противопоставлении с бесконечным количеством товаров, мы можем говорить о всеобщей форме стоимости. Но это может работать и в обратную сторону. То есть все остальные товары могут быть, не один товар может быть представлен во всех остальных товарах, но и наоборот. То есть вся товарная масса может быть представлена в стоимости в потребительной стоимости какого-то одного товара. И исторически в ходе развития товарных отношений эволюционным путем выделился этот самый товар, и, собственно, он стал деньгами. То есть деньги – это товар, являющийся всеобщим эквивалентом. И, соответственно, цена товара, которая представлена, стоимость товара, представленная в деньгах, стала называться ценой товара. Деньги – это продукт товаров, то есть он сам по себе товар, но это товар особый, товар особого рода, закрепивший за собой функции всеобщего эквивалента. И также это тот товар, который непосредственно может вступать в обмен как в любой момент времени. То есть, условно, какие-нибудь, если мы хотим продать сапоги, купить костюм, то нам сначала нужно кому-то продать сапоги на какой-то другой товар, потом этот другой товар продать еще кому-то, и только тогда мы дойдем до искомого нам товара. Но деньги – это тот товар, который используют все, и, соответственно, у него есть свойство всеобщей обмениваемости. И также его, еще одним его свойством является как бы заданность, признание его стоимости. То есть если мы видим на монете, там, скажем, 10 фунтов условно, то никак иначе, кроме как за 10 фунтов, он продан не будет. В то время как обычный товар, на него можно повесить ценник, но далеко не факт, что он вообще будет продан или будет продан по этой цене. А деньги продаются, условно говоря, по изначально известной заданной цене. И у денег здесь выделены 5 функций. Это мера стоимости товаров, средства обращения, функция сокровища, средства платежа и мировые деньги. То есть уже больше функций, чем у предыдущих исследователей, о которых я говорил ранее. Итак, первая функция денег – деньги как мера стоимости. Поскольку, как я сказал, деньги – это сами по себе товар, он точно так же может вступать в отношения с другими товарами по той же логике. То есть потребительная стоимость денег противостоит стоимости товара, с которым он взаимодействует. И в то же время деньги также в своем изначальном варианте имеют стоимость, которая определяется общественно необходимыми затратами труда. То есть когда драгоценные металлы стали выступать в роли денег, их стоимость стала определяться сложностью добычи, то есть затратами труда на добычу этих металлов. Ну и также выполнять меру стоимости товаров те же благородные металлы смогли ввиду своих особых свойств, своей потребительной стоимости, в частности, долгой хранимости, делимости. И также важным стало то, что сами по себе благородные металлы, они сами по себе обладают ценностью. Ну, там, в частности, золото может служить для ювелирных украшений. То есть не случайно, что деньги все-таки это не нечто искусственное, не стали не какой-то искусственной единицей, а выделились из реального товара, который всегда существовал, но вот эволюционным путем те же благородные металлы стали деньгами. В связи с этим можно говорить о трансформации формулы прямого товарообмена. То есть если раньше покупатель и продавец с одной стороны и с другой были одновременно покупателем и продавцом, если они обменивались бартерным образом, то теперь
имеет место схема товар, деньги, товар. И здесь встает такая проблема, поскольку продавец и покупатель как бы разделены деньгами, и поскольку товар выносится с определенным ценником, а ценник – это своего рода идеальное выражение стоимости. То есть реально товар еще никто не купил, и этот товар не доказал вообще свою пользу и не доказал, что это вообще товар как таковой, потому что пока товар не куплен, его даже товаром формально нельзя назвать. И у этого товара, который еще стоит на прилавке, есть ценник, и это своего рода представление идеальной стоимости, то есть идеальных денег, которые еще не используются, но тем не менее за товаром закреплена некоторая стоимость. И в данном случае с ростом торгового оборота усложнилась проблема сбыта, так как важно выставить на рынок товар с правильной ценой, чтобы не прогадать, чтобы, во-первых, продать товар, но и не продать задешево. То есть тем самым усложнилось производство, и это стало первым шагом к последующему развертыванию капиталистического способа производства, о которых я скажу чуть дальше. Функция денег как средство обращения. То есть особенностью денег является то, что они не являются самоцелью. Но если мы, опять же, не говорим о золоте как о ювелирном украшении или там, о коллекционировании монет, поскольку они не являются самоценностью, они лишь мимолетным образом участвуют вообще в производстве, в обмене, и, по идее, должны довольно быстро переходить от одного человека к другому для вообще продолжения товарного производства. И так как такое мимолетное движение, быстрое движение не обязательно должно осуществляться, как потом выяснилось на практике, непосредственно с золотом, то стали использоваться знаки, то есть денежные знаки, в частности, бумажные деньги появились, которые, тем не менее, выступают символами денег, символами золота, вернее, символами благородного металла. То есть они становятся деньгами, которые отражают стоимость благородного металла. То есть на самом деле как бы золото, оно никуда не ушло, как основной товар деньги, но оно стало использоваться в виде своего представителя, в виде своих знаков. И говоря также о функции средства обращения, важно подчеркнуть, что по мере развития, опять же, торговых связей, связанных с деньгами, появилась гипотетическая возможность, которая проявилась позже в реальности, десинхронизации спроса, предложения, то есть несоответствия желаний покупателей и предложений продавцов, которая в своей потенции имеет как раз проблему сбыта и в целом проблему развития капиталистической экономики, потому что сам этот процесс перехода деньги-товар-деньги заключает в себе некоторые препятствия, которые, в отличие, скажем, от плановой безденежной экономики, полностью плановой, закладывают в себе вот такие потенциальные проблемы сбыта и проблемы дальнейшего развития капитализма, которые ведут к кризисам. Ну и, наконец, я еще в этом моменте скажу о своего рода, вернее, не своего рода, а в прямом смысле, извиняюсь, диалектическом противоречии между функциями денег как мерой стоимости и как средством обращения. С одной стороны, это единство, потому что не может быть меры одного без другого. То есть если не могут быть деньги мерой стоимостью, но не быть при этом средством обращения, потому что если они не будут в обращении, то они никак свою меру стоимости проявить не смогут, и наоборот. Но тем не менее, еще здесь есть и некоторая своя противоположность. То есть в роли меры стоимости деньги идеальны. То есть во время
акта купли-продажи. То есть, как я говорил, по сути, это ценник на товаре. Но в то же время, когда мы находимся на базаре, то есть деньги идеальны изначально, но как мера стоимости, но мы покупаем за реальные банкноты, и в этом плане, как средство обращения, уже деньги реальны. И с другой стороны, за мерой стоимости стоит реальный товар – золото. То есть эта идеальная цена, она формируется реальным товаром, который за ней стоит, в частности, золотом. Но как средство обращения это золото не участвует. И алло. У всех звук пропал. Да. Или куда-то пропал. Наверное, интернет отключился. Да, у Глеба отключили интернет, сейчас он подключится. Прошу прощения, у меня тут вырубило электричество и, соответственно, интернет. Сейчас продолжим. Итак, и впоследствии, исследуя функцию денег как средство обращения, Маркс выводит и количественные отношения, то есть сколько денег нужно для нормального функционирования рыночной экономики и, соответственно, баланса товарной массы и денежной. Впоследствии он использовал еще понятие кредитных денег, к которому мы вернемся чуть позже. И тут хотелось бы сказать о так называемом уравнении обмена Фишера, который представляет собой формулу той самой количественной теории денег, о которой я говорил изначально. То есть, согласно этой концепции, ценность денег определяется сугубо соотношением вот тех количеством денежных знаков, имеющихся в обращении, ценами на товары и скоростью обращения денег и товарной массой. Впоследствии эта формула стала господствующей во всей экономической теории, но тем не менее у нее есть свои ограничения, потому что в реальности далеко не всегда
скажем, если мы вбросим дополнительное количество денег, у нас сразу вырастут цены, потому что это зависит от того, как мы вбросим их, по каким каналам, кто их получит первым и так далее. То есть эта формула на самом деле актуальна для такой довольно простой экономики, без активного государственного вмешательства, собственно, какой экономикой была в начале 20 века. И эта экономика также должна быть не очень монополизированной, потому что, например, если монополия повышает цены, то вовсе не значит, то есть правая часть сравнения, то вовсе не значит, что следом будет увеличена левая часть сравнения, то есть будет как раз неравенство. И эта формула больше подходит, как и времена Маркса, для экономики совершенной конкуренции, без активного государственного вмешательства. Ну, конечно, отчасти она отражает и современное состояние дел, но все-таки сейчас к ней надо относиться гораздо критичнее. Но сугубо из этой формулы следует тот простой факт, что если мы бросим большее количество денег, то это приведет, скорее всего, к инфляции. Соответственно, если мы изымем деньги из оборота, то будет дефляция. Ну, то есть это такой нехитрый вывод из формулы, который, тем не менее, на практике работает, но работает далеко не всегда. Еще одна важная функция денег – это сокровища, так как далеко не все сделки делаются одномоментно, имеет место сбережение денег, сбережение населения, и это, в свою очередь, тоже влияет на здоровье экономической системы, на здоровье оборота, в частности, впоследствии стало проявляться в виде того, что если люди по каким-то причинам сберегают слишком много, например, они чего-то опасаются, то это препятствует спросу, и, соответственно, экономическое развитие тормозится. Это нашло обращение в так называемый demand side economics в кентианстве. Однако ранее, в XIX веке, все же эта проблема проявлялась не так сильно. И, скажем, баланс сбережений и потребления не был таким важным, потому что, в принципе, и скорость оборота денег была меньше, и так или иначе товары находили своих покупателей, и в целом такое отношение сбережения и потребления не было принципиально важным, хотя первые кризисы появились уже в середине XIX века. И, наконец, следующая функция денег – это средство платежа, которое невозможно без предыдущих функций, то есть если деньги не были бы сокровищем, то невозможно было бы потом их использовать для последующих платежей. Если бы они не были признанным средством обращения меры стоимости, то, соответственно, также ни о каких деньгах в качестве средства платежей нельзя было бы говорить. То есть отличие сферы средства обращения от средства платежа заключается в различии во времени. То есть под средствами платежа мы подразумеваем возможность деньгами расплатиться за товар, который мы фактически приобрели раньше. То есть здесь, по сути, идет речь о долговой экономике, о кредитах. И, ну, то есть средство платежа – это способность денег служить инструментом неодномоментного акта покупки, уплаты товара и его использования. Ну и в этой связи у Маркса появилась более усложненная формула, которая на этом слайде, которая выделяет нормальное количество денег с учетом долговых обязательств, с учетом погашенных платежей, с учетом фактически взаимозачетов. И надо сказать, что именно эту формулу, а не предыдущую, не вот эту, надо использовать в том случае, когда мы говорим о долговой экономике, а современная экономика, она именно такая. Потому что рост долгов, он уже повсеместен. И, наконец, по мере развития международной торговли деньги приобрели новую функцию, которую, опять же, не выделяли предыдущие исследователи. Это функция мировых денег как инструмента торговли между различными странами, между различными валютами.
И переходя, вернее, закладывая мостик к следующей теме, в основном с феноменом денег мы закончили. Если говорить о классическом понимании денег, каким оно было в «Капитале Маркса». Но важно выделить такое противоречие, что деньги, они, можно сказать, всемогущие в том плане, что можно на них все что угодно купить, но в то же время они количественно ограничены. И так как, с одной стороны, мы ценим деньги за вот их универсальность, то и у нас возникает потребность в росте количества денег, соответственно, необходимо самовзрастание и преобразование денег в капитал. Ну, капитал – это следующая тема, но, тем не менее, вот это противоречие, оно своего рода связующий мостик между проблемой простого товарного производства с проблемами товара и денег, и это связующее звено с дальнейшей проблемой капитала и впоследствии формированием капитализма, собственно. Ну и, наконец, здесь вот иллюстрирует этот процесс данная цитата, она взята из Маркса, из «Капитала», которая вот как раз отражает такое могущество денег, его привлекательность, и в конечном счете это приводит к тому, что вот у многих теряется голова в погоне за деньгами, все измеряется в деньгах, деньги – это единственная ценность, ну и это такое отклонение, скажем так, от предыдущих норм, как я говорил в начале, там, в Древней Греции накопление денег – это было что-то такое не очень хорошее, к этому было презрительное отношение, то вот в эпоху капитализма естественным образом, не случайным образом деньги становятся главной самоцелью, и все, что можно и нельзя, начинает мериться в деньгах. Ну и, наконец, в заключении скажу кратко, потому что это большая тема, которая требует предварительного погружения в тему капитала. Тема капитала будет в следующей лекции. Но, тем не менее, основные вещи трансформации денег в современном мире я хотел бы обозначить. То есть вначале деньги – это, по сути, золото, то есть золотой товар. Потом деньги – это некоторый носитель, некоторый знак, который, тем не менее, напрямую связан с золотом. То есть те же банкноты изначально выпускались в объеме, который обеспечен необходимым соответствующим количеством золота и других драгоценных металлов в хранилище. Однако затем, по мере того, как рост торговли стал развиваться более интенсивными темпами, чем рост производства того же золота, стало понятно, что просто количество драгоценного металла не может обслужить достаточное количество торговых операций. В результате окончательно произошел переход к представителям золота, к тем же бумажным деньгам, у которых, помимо прочего, ну, что, впрочем, еще и Маркс и Смит отмечали, просто технически легче обращаться с бумагами, чем там постоянно золото перевозить, измерять и так далее. И тем самым логичным образом произошла замена непосредственно золота его представителями, в частности, бумажными деньгами. Дальнейшее развитие товарного производства означало необходимость роста кредита, соответственно, необходимость производства денег до того, как они обслуживают, то есть производство такого количества денег, которое не обязательно соответствует прямо сейчас количеству товаров, поскольку процесс купли и продажи и пользования растекается по времени, соответственно, такого твердого баланса, единовременного соотношения товара и денег уже не было. И количество денег со временем стало, количество за счет кредитных денег стало расти более ускоренными темпами. И это в том числе стало не причиной кризиса, но, скажем так, возможностью его проявления, поскольку кредит и вообще несоответствие приобретения товара, пользования и его уплаты, это означает большие риски
того, что тот или иной товар не будет продан. Соответственно, может возникать перепроизводство и, соответственно, кризисы. В дальнейшем, по мере развития монополизации и усложнения экономики, стал расти фондовый рынок, как изначально такая сфера аккумуляции денег для инвестиций в крупные производства. Однако со временем, в силу того, что рынок оторвался от своих основ, в том смысле, что появилась рыночная монополистическая власть у отдельных производителей, которые не брали от рынка, как сказать, все вводные данные по цене, по необходимому спросу, но они и сами могли формировать рыночные параметры. И в этой связи произошел некоторый отход, опять же, необходимой денежной массы, направленной на инвестиции, отход от соответствующего содержания товарными благами. И появился рост фиктивного капитала, то есть капитала, который напрямую не связан с товарной массой, с которой он, по идее, должен взаимодействовать. В дальнейшем, по мере роста государственного влияния в целом на все процессы, это также изменило необходимость денежной политики и еще больше оторвало деньги от своей, как бы, изначальной формы золотого товара. Появились фиатные деньги, то есть необеспеченные, по сути, ну, практически ничем. Естественно, государство не может полностью игнорировать закономерности торговли и производства внутри себя страны. Оно выпускает деньги и распределяет в соответствии с какими-то сложившимися пропорциями объема товарообмена. Но, тем не менее, в сравнении с предыдущими периодами, фиатные деньги, то есть которые просто выпускает государство без привязки к чему-то конкретному, стали все больше распространяться, и это еще стало еще одним шагом отрыва мира денег от мира товаров. И, наконец, на последнем этапе, с дальнейшим развитием финансилизации, то есть с расширением фондовых рынков, развитием в целой всей финансовой инфраструктуры, которая заключается в том числе и в технических возможностях проведения сделок. То есть сейчас мы, например, можем мгновенно совершать платежи на другую часть света, но сейчас в условиях санкций мы не совсем это можем, но в целом с развитием информационных технологий способствовало еще большему усилению отрыва финансового рынка от рынка реального, и фактически мы можем говорить, что деньги стали, мир денег стал еще более обособленным от мира товаров, и можно говорить о виртуальных деньгах. В том смысле, что теперь уже нельзя реально отследить связь какого-то денежного взаимодействия, ну, вернее, можно, но стало это в разы труднее, какого-то взаимодействия на тех же финансовых рынках, где и акции, и другие ценные бумаги, которые выступают в роли денег, крутятся в огромных объемах, и стало гораздо сложнее находить связь вот такого движения с движением в реальном товарном мире. И в конечном счете сформировалось два таких отдельных мира, конечно, взаимосвязанных, но в то же время и довольно обособленных. И, например, мы сейчас говорим о банковском кризисе, и вопрос, повлечет ли это за собой какой-то кризис в реальном производстве. С одной стороны, может, по цепочке, но с другой стороны, поскольку финансовый пузырь живет своей жизнью, то он может схлопываться, заново раздуваться, без прямой связи с товарным рынком. То есть акции могут взлетать на много процентов, могут падать, но далеко не факт, что это приведет к реальным изменениям, ну, в нашей повседневной жизни, потому что это своего рода такой мир уже финансового капитала, обособившийся, и появилось в конечном счете такое понятие, как казино-капитализм. То есть отдельный мир, где никто достоверно не знает, как будут меняться цены различных бумаг, но тем не менее туда валиваются большие деньги, и получается, что, ну, кто-то выиграет, кто-то проиграет.
И опять же, это трудно предсказать, исходя из какого-то макроэкономического развития. Ну, опять же, связь, конечно, есть, но во многом даже вот самые какие-то крупные специалисты уже сейчас не могут это делать. И в конечном счете на фондовом рынке выигрывает гораздо меньше людей, чем проигрывает. Вот. Но на этом я свою часть могу завершить. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Время у нас есть еще. Да, пожалуйста. Да, спасибо большое за лекцию. Вот у меня вопрос был по поводу денег как сокровища. А насколько сейчас актуальна вообще такая функция денег? Есть ли она сейчас или нет? Да, она сейчас по-прежнему есть, но действительно, по сравнению с тем же периодом 19 века, когда понятия инфляции даже тогда, по сути, практически не было. Сейчас действительно в условиях нестабильности деньги несколько утрачивают эту функцию, в том плане, что ты положил деньги на вклад под определенный процент, но неизвестно, может, инфляция все съест. И в целом или рубль вообще обрушится, и, соответственно, то, что мы накопили, мы, например, не сможем в должной мере потратить за границей, но по-прежнему все-таки функция сохраняется. В конце концов, деньги как сокровище, то есть как сбережения, они, по сути, также становятся и ресурсом инвестиций. А инвестиции – это, ну, естественно, двигатель современной экономики, как и во все времена. Поэтому, да, то есть функция денег, особенно в нынешнее сложное время, она как сокровище несколько снизилось, но, тем не менее, она сохраняется. А насколько вообще релевантно так говорить? Потому что, допустим, если раньше у человека было много денег в виде золота, и он просто его хранил, никуда не девая, а сейчас он дает его банку, и банк эти деньги он все же использует. Они же не просто так лежат, они как бы работают как средство обращения. Не, ну некоторые резервы, они все равно по-прежнему лежат, но все равно, да, они используются, но тем не менее они могут также инвестировать в инструменты, которые как далеко не всегда как бы отразятся в производстве. То есть условно банк может купить на них там каких-то ценных бумаг. То есть далеко не всегда деньги идут в непосредственное обращение. Ну и, соответственно, одной из мер современной экономической политики является стимулирование спроса, то есть обычных домохозяйств, то есть чтобы они где-то не сберегали, там, не несли в какие-то инструменты долгосрочного хранения, а вот тратили здесь и сейчас. Нет, ну опять же, в целом я, конечно, согласен, что по сравнению с прошлым периодом, когда действительно вот золото было, его просто хранили, сейчас, конечно, оборачиваемость денег намного больше, но тем не менее все же функцию сокровища они сохраняют. Спасибо. Владислав говорил, что есть еще вопросы в чате, ну, теоретически могут быть. Сейчас я тоже гляну. В чате, Глеб, вопросов нет. Нет. Можно задать? Да, конечно. А у меня вопрос. Вот там было утверждение, может, я его неправильно понял, написано, что деньги количественно ограничены, но в качестве они безграничны. А разве не наоборот? Вот, например, ну, я такой немножко глупый пример приведу. Вот есть там, я не знаю, 100 рублей. И их можно печатать, 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 но их стоимость, качество будет снижаться. И это выражается в инфляции. То есть не наоборот ли качество безгранично, как бы, то есть количество безгранично, но качество ограничено. Да, я уточню. Здесь имеется в виду то, что качество безгранично, имеется в виду, что на деньги можно купить все, что угодно. То есть в этом плане нет ограничений. А количественно они ограничены, имеется в виду, что вот в нашем кошельке у нас есть определенная сумма, и мы не можем все... То есть теми деньгами, которые у нас есть, мы можем купить все, что угодно в плане... в теории, но мы не сможем что-то купить по причине нехватки денег. То есть в этом смысле деньги качественно не ограничены, но
Количество ограничено. Все понятно, спасибо. Да, пожалуйста, Владимир. Здравствуйте, надеюсь, меня слышно. Да, раз, да. Два, три. Отлично. Вопрос следующий. Как говорится, мы на протяжении всей лекции обсуждали стоимость и меры денег в различных исторических контекстах. И, соответственно, вспомнился относительно недавний пример. Еще до всех пандемий, известных в дальнейшем событий, рассматривался всерьез возможность введения электронного рубля. То есть рубль, грубо говоря, можно контролировать везде, его транзакции и прочие моменты. Если вот вы как-то изучали этот момент, вот по вашему мнению, может ли вот как раз теоретически электронный рубль решить вопрос понимания от эквивалента, вот вообще валюты в принципе? То есть, по идее, мы понимаем, сколько рублей выпускается, и как оно контролируется, и, соответственно, можно определить эквивалент. Спасибо. Да, ну, надо признаться, что именно этой темой я так глубоко не занимался, но с моей точки зрения основная суть в том, что с введением такого цифрового рубля просто станет более контролируемый процесс денежного обращения, и в какой-то мере, по идее, это должно улучшить вообще кредитно-денежную политику. И для меня также это потенциально хорошая новость в том плане, что станет возможно, в том числе в условиях плановой экономики, гораздо лучше осуществлять, собственно, планирование. Потому что если мы прям оставляем электронный след на каждой денежной единице и, собственно, отслеживаем ее ход, то, соответственно, это может улучшить инструменты планирования. Но даже в условиях капитализма, по идее, если государство должным образом выполняет свои функции, по идее, это и современному государству в нынешней системе должно помочь в поиске баланса в кредитно-денежной политике. И да, в этом смысле, в этом случае деньги будут в большей степени реализовывать все свои функции, в том числе и меру стоимости. Но раз уже зашел разговор об электронных деньгах, ну, в данном случае, если мы говорим о электронном рубле, это все-таки то, что контролируется Центробанком. Но если вот затронуть криптовалюту, то есть частные деньги, то, с моей точки зрения, они не смогут выиграть конкуренцию у основных денег. Вернее, они... Потому, почему? Потому что их основная цель, ну, по сути, во-первых, это, как мы говорили, виртуальные деньги – это просто источник заработка. То есть они приобретаются не чтобы на них, не всегда, не чтобы на них что-то купить, а чтобы их просто выгоднее перепродать. То есть это первая роль той же криптовалюты. Ну и также роль криптовалюты – это уходить от налогов, то есть совершать какие-то теневые платежи, которые налоговые не сможет обнаружить. И третья функция – это покупать там нелегальные товары. И одной из функций денег, кстати, ну, вернее, не функция, а важным моментом, почему деньги стали государственной монополией, это потому что государству удобно собирать налоги в единой валюте, и, соответственно, оно накладывает требования на все население использовать только определенную валюту. И в этом плане как бы электронных денег, то есть частных криптовалют, есть серьезные изъяны, потому что они все равно будут с весьма ограниченным спросом. И поскольку у них нет такого постоянного спроса, и они изначально, с самого начала стали использоваться как такой спекулятивный актив, соответственно, у них тоже нет такой адекватной меры стоимости и функции сокровищ. То есть криптовалюты – это такие вторичные деньги, которые все-таки, как мне кажется, не будут развиваться естественным образом. Они могут развиваться только, опять же, для ухода от налогов, для покупки нелегальных товаров, но и просто как объект спекуляции и такого казино. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Ну, если вопросов нет, тогда всех благодарю за внимание. Следующая лекция, это, например, будет по теме капитала, ее будет уже читать Александр Владимирович. Вот. Что, да, спасибо за внимание. Всем всего доброго. Спасибо, до свидания. До свидания.